Уважаемые пассажиры, вы попали в вагон. Вагон здоровья, где вы можете измерить артериальное давление, узнать частоту пульса, получить медицинские рекомендации. Вас обслужат дипломированные специалисты. Проект «Трамвай здоровья», запущенный в городе год назад, снискал большую популярность среди горожан. Вот и сегодня, чтобы измерить давление и узнать, насколько насыщена кровь кислородом, нижнекамцы к остановкам вышли заблаговременно. Я вот вчера услышала и пришла специально сегодня. Да, мы пришли, чтобы не опоздать. Вот, ага, и дочками. Вчера вот у дочери у меня давление высокое было, хочу сегодня узнать. У меня тоже иногда бывает высокое. Вот сегодня нормально сказали. Не каждый же может в поликлинику идти. Не у каждого дома есть аппарат для измерения давления. Я сегодня специально пришла. У меня системная склеродермия. Часто бывает давление. Если бы чаще было, конечно, лучше было людям. Пришли бы, узнали и знали бы дальше, как приняли лекарства, как говорится. Мне кажется, это нужное дело. Пройдя аппаратную диагностику, каждый из пассажиров получил рекомендации медиков, а также брошюрки, напоминающие о профилактике заболеваний и диспансеризации. Данная акция проводится с целью, чтобы напомнить населению нашего города о необходимости прохождения профилактических осмотров и чтобы каждый человек задумался о своем здоровье. Измерить артериальное давление в трамвае здоровья можно будет до конца августа. Ежедневно с 8 до 10 или с 14 до 16:00. Наталья Лушникова, Максим Липин, Новости НТР.